С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в России повышается. МРОТ составит 11 163 рубля. В республику поступят новые средства. Это означает, что нужно внести поправки в бюджет текущего года. Об этом и других вопросах говорили на заседании парламента, которое состоялось накануне во Владикавказе. В целом, с принятием поправок доходная часть главного финансового документа увеличивается на 325 миллионов рублей. Из них более 123 миллионов будут направлены на повышение заработной платы. Основные параметры бюджета достигли следующих значений. Расходы превысили доходы почти на 150 миллионов рублей и составили 25,5 миллиардов рублей. Помимо бюджета, депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов. Приняли закон о повышении налоговых ставок на игорный бизнес, заслушали информацию о деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фотосанитарному надзору. В рамках правительственного часа обсудили реализацию республиканской госпрограммы на развитие межнациональных отношений.